Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил нынешний глава государства Эмерсон Мнангагва. Он назвал своего предшественника иконой освободительного движения и добавил, что его вклад в историю Зимбабве и целой нации никогда не будет забыт. Как стало известно, Мугабе ушел из жизни в больнице в Сингапуре в окружении своих близких. Отмечу, что Роберт Мугабе 37 лет управлял Зимбабве и покинул пост президента в ноябре 2017 в результате военного переворота. Тогда Мугабе попытался отправить в отставку своего вице-президента, но того поддержали военные и сместили самого Мугабе. Его обвинили в нарушении прав человека, коррупции, расизме, провальной экономической политике. Причем обвинения звучали как внутри страны, так и на международном уровне. Многие политики называли его не иначе, как диктатором.